Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании RS на цоколь HB3 серии S81, температура свечения 6000 Кельвин. Вставляется вот такой вот в коробочке комплект. Давайте рассмотрим, что у нас идет внутри. Две лампы мощностью 20 Вт идут. Полностью выполнены из металла, для того, чтобы тепло, которое выдают световые диоды, распространялось по всей лампе и не давало перегреваться таким образом самой лампе. Световой поток 2000 люменов выдают данные лампы, подключаются на 12 и 24 вольта. На самой лампе используются два диода, один и второй, типа COP. Вторая лампа абсолютно идентичная. Сейчас мы подключим на питание 12 вольт. Посмотрим, как они отсвечивают лампы. Вот так вот они включаются. Световой поток чисто белый, очень яркий, хочу сказать. И после установки таких ламп, в принципе, любых светодиодных или ксеноновых ламп, нужно корректировать фары, дабы не слепить встречные автомобили. То есть комфортно, чтобы на дороге было всем. Ну и правильное применение нужно им давать. Дополнительные характеристики и стоимость комплекта светодиодных ламп вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.